Испанский полузащитник Иско продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. Информация об интересе Униона к 30-летнему экс-игроку мадридского Реала появилась несколько дней назад, а позднее была подтверждена множеством достоверных ресурсов. Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, поздним вечером понедельника Иско приземлился в Берлине, чтобы завершить переход. Недосмотр состоится во вторник, после чего сделка будет оформлена официально. Испанец подпишет контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон. Иско начинал текущую кампанию в Севилье, но в декабре его контракт был расторгнут. Ранее атакующий хавбек на протяжении 9 лет защищал цвета Реала. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!